30 августа в Десногорске состоялась августовская педагогическая конференция. Это уже особая традиция на пороге нового учебного года. Тема нынешней встречи – архитектура муниципальной системы образования. Проектируем будущее. Делегации образовательных учреждений собрались в концертном зале Центра культуры и молодежной политики, чтобы подвести итоги проделанной работы, а также поставить задачи на перспективу. Участников конференции приветствовали представители администрации, городских организаций и духовенства. Развитие системы образования для нас один из главных приоритетов социально-экономической политики. Забота о будущем поколении – самые надежные, умные и благородные инвестиции. От имени директора Смоленской атомной станции Павла Алексеевича Лубенского, от имени коллектива атомщиков, от себя лично, разрешите всех вас поприветствовать на педагогической конференции и пожелать ей успешной работы. Почетными грамотами и благодарственными письмами был отмечен неоценимый вклад педагогов города Десногорска в развитие системы образования. Настоящие профессионалы, они идут в ногу со временем и не устают искать новые формы и методы работы. И это помогает достигать действительно высоких результатов. Одна из главных задач накануне нового учебного года – спокойно и тщательно проанализировать итоги выпускных экзаменов в разрезе каждой школы. Одной из задач перед преподавательским сообществом значится внедрение в образовательный процесс современных технологий. Это возможно благодаря различным федеральным проектам, которые действуют в Смоленской области. В 2020 году планируется открытие первого центра цифрового и гуманитарного профилей на базе средней школы номер 1. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Свои поздравления, музыкальные номера подарили педагогам ученики школ и артисты Центра культуры и молодежной политики. Алекс Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.